Ежегодно агрофорум «День сибирского поля» объединяет представителей агропромышленного комплекса Алтайского края и Сибири. Сюда приезжают за новинками и новым сотрудничеством. Сбер – традиционный стратегический партнер агрофорума на площадке банка, консультации по вопросам кредитования, лизинга, агрострахования и передовые цифровые решения. Традиционно мы один из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство. По льготным программам, связанным с финансированием сельского хозяйства, в этом году мы выдали около 7 миллиардов рублей. Алтайский край традиционно для Сибири является крупнейшим. Около 2 миллиардов инвестировано в сельское хозяйство по программе субсидирования с участием государства. Гости агрофорума могли познакомиться с решениями от компании «Сберздоровье». Особый интерес был прикован к новому аппарату для дистанционного прохождения предрейсовых и предсменных медосмотров сотрудников. Прибор измеряет физиологические показатели, и они в реальном времени передаются врачу для заключения. Медосмотр длится считанные минуты и способен охватить работников на удаленных территориях. Аппарат презентовали и официальной делегации во главе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Также на площадке посетители знакомились с возможностями быстрой и бесплатной регистрации бизнеса в Сбере. Одним словом, Сбер как партнер для аграрного бизнеса развивает все важные направления.